лампочка на кружок, все вот еще три штучки. Вот такой красавчик нам попался. Дурака, представьте, мужик, еще гол попался. В клетку его посадил в хлопушку. Уже позывки дает. Как будто тут и сидел уже. Нам кто-то попался. Нельзя будет тут вроде. Ну, пойдем посмотрим, кто там у нас. Ой. Поддалась опять. Жемеза все на выпуск. 100%. Раз ремезок. Попался опять. Два ремезок. Три ремезок. Там четыре ремез. 5 ремез, 6, 7, 8. О, вот такие вот пироги у нас. Все в ремезах. Не ремеза. Одну крошку взял. Вот такие иду взял. Ай, дерутся. О, попался. Один уже висит. Вот такой вот ассорти получается. С той стороны опять уже кто-то попался, висит. Щеков сидим много, на удивление. Вон с этой стороны сеточки еще сниму. Вон где лесу, тут у нас уже начинается река. Заиграет. Знакомые попросили на той неделе это было. Поймать им ремезов и крошек надо было. Я крошек за раз сетки по 5 штук вытаскивал с ремезами. Ремезов вообще не видел. Вот он. Вот еще один ремез. Скорее всего, что ремез. Можно даже от сетки не отходить, их тут просто умеренно, их просто тут на вагон летают. Ну вот он, ремезок. Красавчик какой. Кулерки тут налетели. Сетки уже двое, кто-то уже висит. Летает, летает, а? Сколько?
Ремис, пирог. Сегодня опять уставились. Так, молодой. Не успел эту парочку распутать. Там зашла наша крошечка. Птицы много, очень-очень много птиц. Щеглы вот полетели. Щеглов вообще не было. А репелов уже тоже плохо. Очень-очень редко, вернее, точнее, их встретишь. Вот. Так, вроде бы ничего, ремес еще есть, ремеса много. Крошек вообще нету. Пойдем посмотрим, что попалось-то у нас. Туман. Тут речка. Вот сюда вот смотрим, летает, вот он сидит. Опять тут. Полная гирлянда опять. Вот тут такой у нас попался. Тоже ремезок. Тут коньки попались. Мало крошек, мало. Когда вот я ездил тоже на ловлю тут недавно, крошек было больше, чем ремизов. А тут нету. Вот так вот тут. Вот, так вот и ловим. Стоит три ремиза. Ой, три крошки, один ремиз и бубнило еще. Сетка вон вся дырявая какая. Ну что, ловится?